сейчас идем мы со Шкымом. Сейчас идем мы со Шкымом. Куда мы идем? Квартиру смотреть. Одна близкая знакомая скоро приезжает, и для нее идем смотреть квартиру. Она хочет снять ее. Но покажу вам, как это выглядит. И встретимся с моей узлемчика. Вы, надеюсь, соскучились по ней. Сейчас вы увидите. Вода испарилась вообще здесь. А уточки нашли место, где покупаться. Мерсине летом вообще нет дождей. Сейчас моя заловушка придет, оттуда войдет. Кто-то написал мне, не помню, что говорит, моего мужа гардероб. Моего мужа такой большой гардероб. Просто он сейчас жара, и вот так вот, что светлое, иногда что под рукой, надо контролировать. Когда вот я не контролирую, вот он одевает иногда не со вкусом. Такой хороший дом. Прямо, посмотрите, возле моря. Прямо пляж наш поп. Любимое место мое, где я хожу на море.
прямо там море, куда я хожу на море. Мы идем, обсуждаем квартиру. Столько денег хотят вообще. 1700 хотят квартиру. И 230 там Айдат. Ну, не знаю. Что-то она мне не так уж приглянулась. Будем искать другое место. Ашкем, селям, сөйле. Селям. Benim TikTok 4 kişi kaldı. Yıldız, Yıldız geldi YouTube'un. Çok özledim. Hepinize selam ediyorum. Nasıl güzel şapka giydi ya. Buluştuk yengemle. Встретились, говорит, с невесткой. Идем, идем домой. Я сделала кысыр. Yarın misafir gelecek. Покажу вам парк. Проходим мимо парка. Проходим мимо парка и покажу вам парк. Вот, детки гуляют, собрались. Моя заловушка пришла нежданно. Я вот приготовила вот такой вот сервис. Мясо, картошечку, йогурт. И салат кысыр. Сейчас покажу вам ее. Kim benim geldi misafir? İki çatal sadece. Aa, ikinci ben kullandım. Tamam, bu mısır yaptım. Yedim çok güzel şeyler. Afiyet olsun aşkitom. Harika. Annesi babası yanında, sevgilisi de yanında. Bu Netflix'te de bu. Брат с сестрой разговаривают, как они любят общаться. Чайнизы içeceğiz şimdi. Evet. Şeyle bekliyoruz. Ama o Rus kahve, Rus şokolat. Rus şokolat. Evet, en sevdiğim. Evet, Enis'e vereceğim, vereceğim Enis'e. Evet, ben sen ye aşkım benim. Sen Rus çikolata yemedin. Bir de balık krekeri de çok seviyorum. Çayla birlikte. Любит крекеры с балыка, есть такие конфетки. Ну что, вот, мои друзья, как мы любим русские конфетки. Чок шекерли руссевьорлар. Ждем, ждем вас с конфетками. Кто приедет ко мне, буду очень благодарна. Мои хорошие, хочу вам похвастаться. Мы сколько дней ходим, нашли несколько способов отправки посылки. Мне даже предлагала знакомая в Анкару отправить, и с Анкары дальнобойщиком Батуми. И очень хорошая, близкая, знакомая, подружка моя Руслана с Киева тоже предложила свои услуги отправить ей посылку в Киев, а она отправит через Киев Батуми. Но я не хотела никого беспокоить, и что-то, в чем была уверенная до конца, что у меня что-то все получится. И вот вчера и сегодня отпустила мужа на разведку. Он был на одной почте. Там сказали, что очень большую цену сказали, не знаю. Сегодня я говорю, иди, иди, туда иди. Вот я чувствую, что все будет хорошо. Он пошел и сказал, что посылки принимают до Батуми. 1 килограмм, кажется. А, ну у нас такая вот посылка, вот смотрите. Сложите, говорит, вы сюда все. Я так все положила, еще кофе там добавила. Все скотчем заклеила, говорит, принесите, говорит, в коробке, говорит, и мы, говорит, отправим. И это, говорит, где-то будет стоить, ну, как он объяснил, 260, около 300 лир. Но это намного лучше, чем я довольна, что посылку можно отправить, никого не беспокоит. Так что у нас хорошая новость, Ашкем завтра пойдет. И сказал он, ты сиди, я сам отнесу эту посылку, потому что, когда тебя люди видят, думают, что ты туристка, и поэтому то отказывают, то еще что-то. Но он такой хитрющий, у меня уговорил там одну женщину, но и она ему не могла сказать нет. Мой мужчина, мой муж, мой любимый, умеет разговаривать и обольщать женщин, так что пускай он использует эту свою возможность во благо нашей семьи. Я пошла пить чай вместе с моим Ашкемом и с Лемчиком. Всем пока-пока!
İyi akşamlar. Görüşürüz. Yengem misafirliğimiz bitti. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Evet, yeni yeni. Sizi görüşürüz. Seviyorum. Sana da gel. Ben seni öpeceğim. Benim güzelim. Görüşürüz. Başka yengem. Şlapsı da şöyle. Şlapsı da unutma. Maske unutma değil mi? Maske. Maske var. Давай. Tamam. En iyisi selam söyle Ramazan'a. Aşkım, görüşürüz aşkım. Все, пошли они мои. Мои хорошие, я уже здесь убралась на кухне. Как хорошо иметь машину посудомоечную. Боже, какая это прелесть. Вот и я. Так, мои хорошие. Мои хорошие, мои хорошие. Все, заканчиваю. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.